А что, уже снимаем? Всем привет, ребята! С вами Вика Николатейл. Я буду опять показывать свои рисунки. Короче, начинаем. И здесь нас встречает девочка из моего любимого аниме. Называется «Любовь в 12 лет». Если хотите, можете поискать. Ее зовут Аяса. Она мне очень нравится. Она милая вообще просто. Это я пыталась нарисовать собаку моей подруги в виде человека. Ася. Люблю собак и кошек. Это должна была получиться Канна из аниме «Дракон горничная Кабаяши», но не получилось. Это Тору из этого же аниме «Дракон горничная Кабаяши». Это не готовый еще рисунок. Это просто мое воображение. Просто воображение. Решил нарисовать девочку с хвостиком, ушками. Вот что получилось. Это тоже она, только другая. Лол. Ой, стоп, а это как сюда попало? А это... Это, ну, сами знаете, кто это. Фриск из Undertale. Потому что мой любимый персонаж, ну, не виноват. Я не виновата. А это я пыталась нарисовать кошку моей подруги, другой, Алины. Да, Алины. В виде человека. У меня тоже есть кошка, то есть у меня. Кск, кск. Кис! Я наказывать тебя буду. Буду наказывать. Кстати, вот это я рисовала в 8 лет. 8 лет, то есть 4 года назад. Вот. Иди нафиг. С вами была